Не случайно встреча жителей 29 и 31 домов по строительной улице была организована на местной детской площадке. Ремонт игровой зоны стал главным вопросом для родителей, проживающих по данным адресам. Тема нашей детской площадки, так как больше, наверное, лет уже 5-6, она не обновлялась. Покрытие у нас уже пострадало, скажем так, качели разваливаются. На горку уже страшно залезать детям, потому что доски тоже уже, ну, просели. Также на встрече присутствовала депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяна Ершова. Во время диалога удалось обсудить и другие темы. Попросила сделать она сзади дома лежачие полицейские, ну, просто потому что гоняют. Нет, вот тут переход, у нас нет пешеходного перехода. И мы когда идем на площадку, вот здесь никто не притормаживает, все несутся. Это страшно. Вот. Ну, это такие бытовые, просто борьба с крысами, тоже их развелось много. Вот. Ну и попросили поставить камеры около подъезда. Стоит отметить, что в подъездах домов совсем недавно был проведен капитальный ремонт. Все работы были выполнены с учетом пожелания жителей. Жители у нас активные, и они постоянно хотят большего для своих домов, и это нормально, потому что ну, каждый человек, каждый житель хотят жить в достойных условиях. Такие открытые встречи помогают сформировать новые, интересные, социально значимые инициативы. В ходе встречи все предложения жителей были зафиксированы и взяты на личный депутатский контроль. Наталья Буслаева, Евгений Бех, Максим Константинов. Видное ТВ.